это все будет подниматься. Но и в то же время это еще касается и атмосферных осадков, потому что рыбы связаны с водой очень сильно. То есть атмосферные осадки, стихии воды, большие воды как-то дадут о себе знать достаточно сильно. Понятно. Ну, вот буквально недавно, вот кажется, даже сегодня, я увидел новость, что в Калифорнии собираются эвакуировать людей, потому что там дамба под вопросом, то ли ее прорвет, то ли нет. То есть вот уже стихия воды как начинает себе давать. Да, да, к сожалению, дорогие друзья, это правда. Мы должны быть к этому готовы. Ну, вообще-то говоря, несколько лет назад, это уже даже не лет, это лет 15 тому назад, больше, мы об этом говорили. Такой предсказатель, прогнозист Майкл Скеллион, который проживает на территории Соединенных Штатов, выпустил две карты. Одна карта Соединенных Штатов, другая карта мира. Ну вот на этих картах мира после 2000 года, на этих картах нету многих стран и даже материков. Что самое интересное, то есть гораздо меньше, больше водного пространства, гораздо меньше, скажем, суши. Ну вот интересно, что на его карте Австралия и Новая Зеландия станет больше. То есть они поднимутся с дна океана, так сказать, земля, и станет ее больше. Ну, мы, наверное, это обсудим в следующей нашей передаче, поскольку это надо, наверное, смотреть, прогнозировать. Но давайте мы тогда на этом, дорогие друзья, остановимся, да? Если у вас только нет каких-то пожеланий добрых нашим радиослушателям, которые нас увидят совсем скоро на наших каналах. Если есть, пожалуйста, озвучьте их. Если нет, тогда мы вернемся в эту программу уже в следующий раз, о чем мы объявим в наших каналах. Василина? Я желаю всем стойкости, как верблюда, чтобы никакие трудности вас не сломали. Да. Вот это мое самое главное пожелание. Да, а если все-таки возникнет, то вы как верблюд берите и плюньте, как это самое, да, в этом, как плюнуть, да как, слюной, вот плюньте, плюньте на все это дело и относитесь к этому, все проходит, поверните камушек и скажите, все проходит и даже это. Дорогие друзья, с нами были два профессиональных астролога, Василина Мицкевич, Дамир, проект «Основание», и меня зовут Майкл Меликов, я рад соответствовать нашим профессионалам. Ну и мы будем общаться, мы будем делать новые программы, и мы будем рады вашим вопросам, вашим замечаниям, комментариям, которые вы можете сделать или на нашем сайте www.sungatesradio.com или же в скайпе, это sungates108, ну или же прямо в YouTube и Facebook. Всего доброго, всех благ, здоровья!